Мы долго ждали, и вот он подошел к концу. 2020-й на исходе, и есть надежды, что вместе с ним закончатся все беды и разочарования, которых в этом году было немало. Предстоящий 2021-й пройдет под покровительством металлического быка, животного спокойного, стабильного, справедливого. Чтобы год даровал как можно больше положительных моментов, его следует встретить по правилам. О том, как украсить дом, в чем провести новогоднюю ночь и что подать к столу, расскажем прямо сейчас. Первым делом поговорим об уютном гнездышке, которым должен стать дом в преддверии праздника. Бык – животное домашнее, и если верить специалистам, в этом году лучше всего отказаться от вычурных и ярких цветов в декоре. Отдавайте предпочтение так называемому эко-стилю. Добавьте в интерьер натуральных тканей, дерева и живых растений. Елку в этом году также стоит поставить натуральную. С цветовой гаммой тоже не переусердствуйте. Яркие кричащие тона лучше оставить для другого торжества, хотя бы для того, чтобы приходящий бык вдруг не перепутал Новый год с коридой. Животное точно оценит, если в вашем интерьере будут преобладать травяные, изумрудные, сливочные и кофейные оттенки. Это же касается и одежды, в которой стоит провести новогоднюю ночь. Бык непритязателен, угодить ему несложно, сгодится рубашка, пуловер или платье в светлых тонах. Такие вещи вполне подойдут для встречи Нового года. Кроме того, символ наступающего 2021-го спокойно воспримет, если вы решите отмечать его приход без обновок в гардеробе. Но если уж вы хотите надеть что-нибудь новенькое, то лучше это новенькое не купить в магазине, а сшить в ателье. Ну или самой, если, конечно, вы ладите со швейной техникой. После того, как дом и вы сами готовы к празднику, следует позаботиться об угощениях. Бык одинаково любит и сладкое, и соленое. Чтобы покровитель наступающего года остался доволен, порадовать его стоит тарелочка с кусочком торта, конфет, а также блюдцем с разносолами. Угодите быку, если на вашем праздничном столе окажется овощная нарезка с изобилием зелени. Не стоит забывать, что бык все-таки травоядное. Разумеется, не стоит подавать в качестве угощения говядину и телятину. Бык таких деликатесов точно не оценит. Вместо этого смело ешьте рыбу, птицу и баранину. Ну вот, теперь вы почти готовы ко встрече нового 2021 года. Осталось записать еще несколько важных советов, которые дают звезды. 2021 стоит встречать дома в родных стенах. Перед праздниками звезды советуют избавиться от ненужного хлама и выбросить все то, чем вы не пользовались более 6 месяцев. Чтобы весь год не сдать нужды, проследите, чтобы в новогоднюю ночь в кошельке были купюры и монеты, а не только пластиковые карты. И, наконец, самое важное – встречайте Новый год со спокойной душой, избавившись от обид и ссор, выкинув из головы мелкие недоразумения и неприятности. Звезды обещают, что 2021 год стабильного быка снизит уровень напряженности во всем мире. Этот год действительно выдался непростым, и каждый из нас надеется, что предстоящие 12 месяцев будут гораздо более доброжелательны к человечеству. 21 будет значительно легче. Второе, Сатурн вышел из Козерога. Сатурн – власть, система ограничений, закон. В Козероге он предельно жесткий. Он шел про Козерога 2,5 года, и мы увидели. И в нашей стране резкое ужесточение, и во всем мире, связанное с ковидом. Сатурн вышел в Водолей и соединился с Юпитером 21 декабря 2020 года. Это начало новой эпохи. По словам астрологов, энергия грядущего года благоприятна для карьерного роста, заключения крупных сделок, реализации смелых проектов, а также для создания крепкой семьи.